Всем привет! Сегодня у меня вот такие маленькие милые бантики, которые получаются в длину чуть больше 5 сантиметров. После выхода моего мастер-класса таких бантиков, но из ленты 4 сантиметра, поступила большая просьба сделать такие бантики, но из ленты 2,5 сантиметра. Вот такие малыши у меня получились. Для ярких бантиков кабошона я приобретала в интернет-магазине NBEADS. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Также вы видите код, по которому можно получить хорошую скидку в этом магазине. Я его продублирую также в описании под видео. Также в описании я оставлю ссылочку на мастер-класс такого же бантика, но из ленты 4 сантиметра. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие бантики вам понравились больше всего. Ну а теперь приятного вам всем просмотра!